Эй, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал! Маугли здесь, это клон Джон in the Danger Zone! И это видео будет очень коротким, потому что здесь я вам покажу баг, с которым меня познакомил один из наших зрителей по имени Андрей. Этот баг позволяет нам пройти первую главу истории мода за очень короткое время. Вот смотрите, поехали, сейчас у нас начался отчет. Что нам нужно сделать? Сначала мы просто начинаем игру как обычно. Мы сейчас будем пытаться сделать это максимально быстро. Так, вот мы поднимаемся наверх, и нас ждет наш первый бой. Мы просто идем, гасим нашего первого соперника и возвращаемся обратно. Все должно пройти очень быстро. Так, опа, все, готов. Без башки остался. Возвращаемся назад. Это важный момент. Мы просто идем. Нам не надо будет тратить столько времени на то, чтобы проходить первую главу. Если вы вдруг начали только играть, не хотите палец. Теперь мы прыгаем вот сюда. И просто так вот, как Спайдермен, поднимаемся здесь по этой стене. Поднимаемся, шагаем. Попадаем в какую-то непонятную область. Что это такое? Мы проходим здесь, ориентируемся по нашему световому мечу. Так, дальше мы должны аккуратненько пройти... Вот здесь, вот, проходим, поворачиваемся где-то вот здесь. Так, стоп, где у нас там? Я не вижу себя. Так, отлично, прыгаем вот сюда и проходим секретную локацию. Эта локация у нас как раз была, когда мы пытались с вами проходить обычный режим. Вот, проходим, смотрите, у нас ящики вот здесь, вот пилы такие, мы их преодолели. Бежим, и опачки, мы попадаем с вами в конец первой главы. Вот как раз это у нас и происходило, когда мы победили первые 10 уровней. Мы летим вместе с другими ботами на этом непонятном каком-то летающем корабле. Так, говорит, для всех, кто остался в хранилище, у меня для вас сделка. Выживите, и я позволю вам выбраться отсюда. Вместе мы сможем отплатить им. Вместе мы положим конец этому безумию. Давай сделаем это все. Конец первой главы. И теперь нажимаем Next Human, следующий человечишка, и у нас уже начинается глава вторая. Смотрите, причем мы вообще ничего не прокачивали. С одной стороны, это, конечно, баг позволяет быстрее играть, с другой стороны, ты лишаешься возможности прокачать 10 навыков, то есть 10 очков обучения за предыдущие 10 уровней тебе, конечно же, никто не даст. Тем более, ты начинаешь снова бота. А, кстати, да, можно особо-то и не переживать на этот счет. Потому что все равно же у нас все обнуляется, мы же играем за нового робота. Вот так вот, друзья мои, все это дело быстро проходится. Может быть, кто-нибудь знает баг, как можно пройти очень быстро первую, точнее, вторую главу. Тогда, может быть, мы запишем видео, как можно первую и вторую главу пройти максимально быстро. Вот такой вот интересный баг. Спасибо большое, что смотрели. Если он оказался вам полезным, если вам понравился, то поблагодарите Андрея в сердцах или лично. Он наверняка напишет что-нибудь под этим видео, типа «это я ему посоветовал». Ну и также поставьте лайк этому видео, делитесь этим видео с друзьями, чтобы все знали, как можно здесь читерить. С вами был Маугли, подписывайтесь на мой канал, увидимся в следующем видосе. Всегда оставайтесь на высоте. И... покедова. Не бойся, бро, скорее жми на кнопку подписаться, чтобы без новеньких видосов не остаться. И даже если ты шерхан, запомни мой мотив, без шуток ниже пояса, без мата позитив. Я буду Маугли, а ты будь всегда на высоте. Здесь собрались только самые адекватные. Я буду Маугли, а ты подпишись.